на эко-вождение учимся. Они заранее видят топографические... Не умеют, но научимся. Спасибо за обучение. Миндугас? Все, ребята, удачного рейса. Спасибо. Так вот, прошел длинный путь, пока устроился, но получил тахо-карточку, ждал где-то полтора месяца, медицинскую проходил, 95-й код имел заранее, дополнительно взял учебу, парковаться, наверное, имел 6 где-то часов езды, и где-то 3 часа еще ехал, где-то проехал 200 километров по дороге, чтобы подготовиться к рейсу. Приехал в Щаулей, прошел еще раз инструктаж, эко-вождение, норвежские обучения прошел, пошел в отдел кадров, все документы были готовы, все, устроился и еду в рейс. Наконец-то, мечта сбылась. МЗД-482, замечательно. Так, ну теперь к механику, на прием автомобиля. Покажи ученику. Пошли, Сергей, посмотрим, как нашу машину отклеиваешь. Там вот Сергей спросил, где находится аккумулятор у трехосника? Трехосника сзади, трехосники тут, подход нормальный. А в Тесле тоже надо каждые 2 месяца менять? В Тесле? Но там надо уже, наверное, накачанным быть. Следите за нами, мы поедем на МЗД-482. Так, ну и все, теперь на склад. Получаем комплектацию. Склад работает до 21. Главное не опаздывать. Мясорубка, кабеля прикуривать. Шипованные норвежские цепи, каска,